Приветствую вас, друзья! Ведь я могу вас так называть, раз вы заинтересовались моим каналом. Согласны? Просто вы должны определить, что именно может измениться в вашей жизни благодаря моим знаниям, силам и опыту. Хорошего вам приятного, успешного дня и ласкового солнца. Итак, я Славолюб Алан Богач. Я целитель. Ах да, еще меня называют ведическим психологом, а кто-то называет меня священником древнеславянской традиции, кто-то ведуном, кто-то жрецом, магом или чародеем. Но если я помогаю людям сотворить чудеса в их жизни, то это правда, согласитесь. Что лично вы для себя можете получить от меня? Начинал я с работы на скорой помощи, мануальной терапии и массажа, ведь у меня медицинское образование. Я создал свою систему здоровья и долголетия, курс «Школа здорового позвоночника» и движение традиций здоровья. Однако этого мне показалось мало. Несмотря на то, что при помощи мануальной терапии и массажа я творил чудеса, например, излечение той же гипертонии, что считается неизлечимо современной медициной. Я пошел дальше, изучал йогу, медитацию, энергетические духовные практики и системологию. Короче, получил образование ведическое, духовное и экономическое. Хотя экономическое, кажется, не относится к нашему разговору. Как думаете? Как бы не так. Деньги – это одна из трех главных граней нашей жизни. И нужно уметь с ними дружить. Согласны? Однако об этом позже. Я думаю, вы будете рады познакомиться с моими книгами. И книга «Деньги как показатель духовного здоровья» и соответствующим видео. Еще у меня 5 детей. Наверное, я все-таки понимаю толк в любви и отношениях. Силы этой у меня много, поэтому много людей исцелились благодаря мне от бесплодия. Итак, у меня есть духовный учитель из Индии. Есть учитель из Тибета, есть учителя наших славянских земель. К чему это я? Да к тому, что я соединил духовные знания тибетской, индийской, славянской, скифо-иранской традиции с достижениями современных ученых, нейрофизиологов, генетиков, физиков, и создал исцеляющую ментально-энергетическую систему ИМЭС, благодаря которой вы современным языком просто, понятно, логично можете услышать и понять те истины, которые идут к нам из глубины тысячелетней древности. Понять и использовать простые, однако очень эффективные практики для улучшения ваших отношений, привлечения в вашу жизнь нужных вам людей, событий, сил, здоровья и денег. Что нужно вам в первую очередь? Каким языком вам лучше воспринимать? Языком современного человека или языком любомудрия? О, любомудрие – это древнеславянская традиция любви, отношений, любовных практик, славянское искусство, наука исцеления души, исцеления тела, исцеления жизни, исцеления отношений. Это и психология отношений, и, скажем так, славянская тантра, славянская камасутра, славянская дао любви и магия любви, оберег, защита и прозрение духовные через любовь и наслаждение. Прямо сейчас поставьте лайк, нажмите вот эту красную кнопку «Подпишись» и колокольчик, и напишите в комментариях, что вам интересное, ИМС или любомудрие. И тогда милости прошу к нашему шалашу. Нажимайте, нажимайте. Но жмите уже и выбирайте те темы, которые вам интересны в первую очередь. И получайте пользу от моего канала. Ведь это уже целая видеобиблиотека знаний и практик. Комментируйте, чтобы я понимал ваши вопросы, запросы, интересы. И делитесь моими видео с другими людьми. Пусть мир вокруг нас станет радостнее и счастливее. Плюс вам в карму. Интересно, как вы будете меня называть? Называйте целитель Славолюб Алан Богач. Задавайте свои вопросы и получайте мою помощь. До скорых встреч!